Сегодня встреча с подписчиками у нас, короче. А что будет на встрече с подписчиками? Настоящая футбольная заруба. Банка на голове, вы уже, наверное, знаете, что мне это очень... Классическая тема. Да, это уже классика. Братан, только не сломайся, понял? Ну? Второй тур, будет отжимание. Давай, 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 еще 2 секунды. Еще раз. Сколько? Кто считал? Ну че, пацаны? Еще 3 раза. Сколько времени, блядь? 44, блядь! А финал будет у нас теннисбол. Смотри, мы играем до 10. Если у нас счет 0-10, то 10 жоп бьем. Правильно я понял? Да. Дэн. Да, я нет, понял, да, сразу тебя без слов. Мы снова в Москве. Мы снова ТРК Вегас. В фитнес-клубе Крокус Фитнес. Ничего не меняется. Кроме одного, сегодня встреча с подписчиками у нас, короче. Вот ребята одни пришли, сейчас будем вас потихонечку знакомить с ними. А что будет на встрече с подписчиками? Настоящая футбольная заруба. Надо представить парней. Давай все пошагово. Артурий Нигматуллин, мой друг, с которым мы общаемся где-то с 9-10 лет. А познакомились мы, короче, таким образом, играли в футбол. Он играл за один район, я за другой, за Ленинский, он за Советский. Форма у тебя очень хорошая. У меня сникерс, да, форма была, но это ладно. Короче, он вот такой же был уже примерно тогда. 2 метра ростом. Да, мы вот такие, мы, короче, вот такие, прикинь, были. Он вот такой, наверное, он вырос на 10 сантиметров за это время. Прикинь, он играл нападающего, я играл центрального защитника. Мы до матча, ну, перед матчем с ними, такие думаем, он, блядь, там всех обыгрывает, знаешь, ну, здоровый. Мы до игры, короче, за день, у них в номерах лежит, ну, эти форма. Их мы такие думаем, сейчас его майку, короче, спрячем. Понял? Он, тогда он не будет играть тогда. Там нет матерой майка, у меня Милан. Да, Милан, Милан. Милан, короче, прячем. Но нет, он выходит. Прикинь, начинаем играть, но мы не знали до этого друг друга. Тут начинается матч, он, прикинь, короче, у нас всех обыгрывает в команде. И, а я, ну, такой еще был, последний маленький, последний защитник. И вот, и на мне получается, я у него то там выпну мяч, то еще чего-то. Короче, спотыкается. Ну, вообще на нерве, короче, по ногам мне давай, бам, сзади. Ну, вот так матч, короче, закончился. Нигма подошел потом, посмотрел, что-то мы так потрещали. И через время я переехал в этот же район, где он жил. И все, с того момента мы начали общаться. Игру помнишь, потом... как счет закончился? Да, конечно, помню. 8-0. Слушай, еще вопрос тебе. Видел матч. Недавно, да, у тебя произошла история со щекой. Ага. Что расскажи? Ну, видишь, до сих пор она есть такая. Нападающий, да, Буцей вошел прям в голову. Ну, простой момент такой, видишь, но получилось, что шипами прям порвал. Так зацепило чуть-чуть. Все нормально сейчас. Еще есть 2 участника у нас сегодня. Это Жора Щенников. Многие знаете, это легенда футбольного клуба ЦСКА. Это Жор, сколько уже? Больше 10 лет ЦСКА? Вот, наверное, Генфеев, да, только больше тебя в команде? Зага еще есть. 3 человека, кто провели больше 10 лет ЦСКА. Вот, 17 лет провел в ЦСКА человек от звонка до звонка. Верой, верой и правдой служит армейцев. Почему мне ЦСКА так близко? Я 6 лет болею за них. У меня друг постарше был меня, который интересовался футболом. И я у него смотрю такой журнал, и там лучшие команды с аббревиатурами. МЮ, там что-то, КС, Крылья Советов, ЦСКА. Я такой, а мне лет 6, я такой думаю, ЦСКА, крутое название. И все, с того момента, они тогда вообще были, там, знаешь, то время в конце турнирной таблицы. И вот, несмотря ни на все, вот до, по сегодняшний день я за ЦСКА прям душой. И наш главный подписчик канала FitStars, Витька Васин. Вот, ну, как эта вся идея родилась, Саня мне скидывает это интервью. Вот там Виктор Васин, типа, смотрит Матч ТВ, говорит, мне друг скидывает. Ой, на Матч ТВ дает интервью, где смотрит FitStars. Мне друг скидывает твое интервью с Матч ТВ. Там у тебя спрашивают, что смотришь на Ютубе, ты говоришь, канал FitStars. Я такой думаю, офигеть. У нас смотрят такие спортсмены. Понравилось. Всякие челленджи, зарубы, все в таком еще юморном варианте. То, что тебе нравилось, возможно, тебе сейчас сразу нравится. То, что мне нравилось смотреть. Да, да, да. Нормально, Нигме такой набираю, говорю, он, оп, все, передай. Ну и вот они вместе отдыхали, и получается вот так вот мы связались и организовали вот такую встречу. Смотри, 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 смотри. Он говорил. Назад не понял, отжимался только что, тренировался, решил потянуть отжимание. Короче, что первое,
Мы ставим русика, банка на голове. Вы уже, наверное, знаете, что мне это очень... Классическая тема. Это уже классика. По 10 ударов на команду. Угу. Задача сбить максимальное количество раз. То есть командный результат. То есть там Нигма сбивает 3, я там 2. У нас 5 в сумме. Там он 1, я 1, 2. Даже 10 на команду у нас. 10 ударов. На команду, да. Второй тур. Ребят, ну, сами понимаете, я там раз через раз по мячу попадаю. Нигма вратарь тоже. А пацаны полевые, они... Надо было подстраховаться, надо было. Поймите меня, там сильно, сильно не разносите. Будет отжимание, чтобы все по чесноку было. А финал будет у нас теннисбол. Ставится сетка для тенниса. И получается, играется 2 на 2. Если мяч на твоей половине, где стукается два раза, ну, как в теннисе, то все, тебе гол, соответственно. Правило, как в теннисе, только играется ногами, всеми частями тела, кроме рук. Но наказание самое главное. На что играем? На жопу. На жопу? На жопу. На жопу с пацанами из ЦСКА. Да. Разница, разница в теннисболе. То есть они выиграют там 10-3, 10-3, 7. По 7 ударов на жопу. Бро, пойдем делиться на команды. Давай. Артур, ты со второй речки, да? Я со второй речки, да. Тогда ты с Дэном в команде. Я с Дэном в команде, у нас вторая речка. Команда, это серьезные люди вот там живут всегда на второй речке. Всем пацанам со второй речки большой привет. О, Жорик, кстати, тоже на второй речке был. Серьезно? Да. Жор, на вторую речку привет. Тебе второй речке привет. Че, у нас по итогу Русик, Русик в воротах. Мало того, что я отбитый на голову, мне еще решили добить до конца, короче. Еще и протеин. Я с тобой ворота прям, брат. Так, парни, давайте мы сразу в зачет или сейчас тренировка? Да нет, да давай это разомнемся. Да что разминаться, сейчас кроссовки, блядь, об этом. Ну давай, пацаны, начинают тогда первые. Вот эта линия, да, на желтом? Брус, аккуратно. Рядом, рядом. Не было. Ребят, пока по нулям, Дэн Вок. Да, ну я же тебя готовил к этому так долго, Дэн. Yes! Че, ребят, ЦСКА вырывается. Витёк просто, слушай, Витёк просто подход сделал такой грамотный. Давай, Дима, надо, 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 Дима. Было бы, не? Один-ноль, Гаримна. Вторая речка горит, брат. Есть, 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 есть. Есть, есть, есть. Нет, мы два должны сбить. Я один через себя, шансы с избиванием. Давай, давай. Все, 3-0. 3-0, у вас да нет шансов. Здесь, давай, здесь про шансов нет, конечно. Давай, через себя, то давай. Давай. Ничья, да? А ты через себя здесь будешь падать? Братан, только не сломайся, понял? Как давай, давай. Ну? Давай, ладно, что, погнали, отжимание. Все, подожди, официальные счеты объявляют. Давай промолчим. Твой парней из ЦСКА выходит вперед, счет 3-0. В партии 3-0, счет 1-0. Счет 1-0. Ну что, переходим к отжиманиям, Дэн, твоя коронка. Ну что, Вить, сколько? Ну, 30 как-то. 30 секунд, да, максимум за 30 секунд. Ну, вот, вот так будем сейчас. Я покоснулся, выпрямился. Вот такие. Да, но учти, учти, Жора мне футболку подарил. Там еще мой подписчик в той команде. Там, не, 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 там нам, сложно нам будет. Нам до теннисбола надо дожить. Там сложно не, будет, Дэн, там очень шансов сложно. Давай что? Я сразу тоже. Давай? Давай. Все, ты пишешь, да? Давай. Поехали. Не торопись наверху. Я наоборот усложняю, чтобы по-честному все было. Он кураж поймал просто. Артур, давай, не слушай, работай. Вот здесь, здесь. Оп, выпрямился. Давай, 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 еще 2 секунды. Еще раз. Есть. Сколько? Кто считал? Ну что, пацаны? Вар показал 33 раза. Давайте, ваш ход.
Вить, ну ты смотрел все зарубы, ты знаешь тактику, ты знаешь технику. Работай сам, не смотри на то, что он огромный, Вить. Давай, Вить, держись. Избавляй. Избавляй, давай, работай. Давай. Еще три раза. Ой, 44, бля. Можно кофточку снять, а то локти не видит судья. Нормально, все, я здесь специально поделал. Нормально, там жимовая майка у Жори, понял? Раз, два, три, поехали. Победа. Жор, души не сбой. Красава. Я уже не столько не ожидал. Давай. 5 секунд, выложись. 33! Красавцы! Красавцы! Это понял, норматив профессиональных футболистов. Так, нам надо 34, да, для победы? Да. Раз, два, три. Упрямляй. Не, я тебе объясню, почему. Ну что, ребят, официально во втором раунде команда ЦСКА сравнялась. Нет. Наоборот. Команда второй речки сравнялась с командой ЦСКА. На характере. Затащил. Не, ну там покусались вы с Жорой по финалу, конечно. Нет, там нормально. Ну что, давай сеточку? Давай. У нас на второй речке, знаешь, ты как бразильцы, но мы уже рождаемся с мячом вместе. Вот все играют. Первая игрушка, да. Поэтому это наша игра, тут без шансов. Еще раз, финально, правила. И... Да, он Витька, пускай расскажет. Одно, а землю третьим туда. Три на команду, да. Первым нельзя. Короче, как в теннисе, как в большом теннисе. Как в большом теннисе одно касание поля. А между собой мы можем сделать три касания. Угу. То есть я ему отдал, он мне, все, следующее я должен переводить на то поле. Смотри, мы играем до 10. Если у нас счет 0-10, то 10 жоп бьем, правильно я понял? Да. Пацаны, вот вы профессиональные футболисты, вам давно били жопу вообще? В отпуске где-то, да? Волейбол. Че, поехали на подачу, да? Все, подачи мастерам не нужны, давай. Чуть-чуть подотпустил у тебя, Денчик, я смотрю, да, ты в напряге был, в людей, что... За кого болеешь вообще, Рус? Черная речка, братан, ближе к нам. Черная речка, это классно. Работаем. Один-один. Stop that.
white girl. It's only one problem, only one problem. Racism be like a pet, cause everybody got one. It's toxic, it's toxic to pull you in. Crowd goes crazy, crowd goes crazy. Knowledge is a weapon, homie, you pushing a base. My ladies, Вторая речка кусается. Все? Все, пацаны. Он думал, что придумать, думаю. Я пошел уже занимать место. А сколько нужно бить? 7 раз, 7 раз. Да нет. 7 раз мы все 10-3 разницу проиграли. Да нет, давай по разу. Давай 7 на двоих бейте. Ну просто, да, 4-3. Да, да. Жестко, брат. Ты что-то его обидел чем-то, брат, где-то на отжиманиях, понял? Хорошо! Джон, тормози! Ай, Джон! Больше, пятый, да? Пятый. Вить, ты чего, бля, Вить? Витька таил злобу долгие годы. Вить, ты как наш главный подписчик, наказывай. Последний, финальный сейчас. Давай, потом посчитаем. Да, давай, держи удар. Хорошо, я тебя уважаю. Ну это официально самый жесткий выпуск для тебя, брат. Тренируйтесь. Да не, ну что? Так было совсем несправедливо. Ну что, ребятушки, на этой мажорной ноте мы заканчиваем наш выпуск. Пойдем, я думаю, вам попробуем. Я думаю, вам понравилось. Если в таком ключе вам вкатывают выпуски, пишите в комментах, будем дальше продолжать такой формат. Парни, спасибо. Все, свайпайте вверх. ЦСКА. Нет, свайпайте надо.